Приветствую всех на своем канале, с вами Елена Смирнова и мой канал «Заработок в интернете». Хочу сегодня поделиться с вами новым сайтом без вложений. Значит, сайт для заработка и продвижения проектов в интернете. Так, зарабатывайте на просмотре рекламы. Так, зарабатывайте на своих ссылках, тизерные технологии, обмен визитами. Очень такой занимательный сайт. Вот, я одну рекламку тут просмотрела. Значит, регистрация здесь очень простая. Я на ней зацикливаться не буду. Значит, перейдем в личный кабинет. Значит, по поводу вывода. Вывод минимальный 5 рублей. И пополнение, если кто захочет пополнить, также 5 рублей. Сразу находится партнерская ссылочка. Так. Ну, здесь статистика идет. Значит, нажимаем личный кабинет. Ой. Значит, здесь в профиле как бы нужно все заполнить. Ваши данные. Значит, мои рефералы. Здесь также партнерская ссылочка и уровни. Ну и баннерная реклама, как бы, если кому надо. Значит, финансы. Здесь будет статистика. Находиться. Далее история авторизаций. Так, зарабатывать на посещениях сайтов, просмотр рекламы, как вот в буксах мы просматриваем. Так, задания. Кто любит выполнять задания? Я нигде ни в одном буксе я в задания не лезу. Тизерная реклама. Вот. Далее, на своих ссылках. Вот это вот хочу остановиться вот на этом. Значит, сюда добавляете свою ссылочку. Так. И нажимаете «Добавить». Далее, опускаемся чуть ниже. Здесь есть такая вкладочка «Обмен визитами». Значит, вы нажимаете «Посещение сайтов». И самое малое, нужно просмотреть 5 сайтов. У меня 0. Тогда вот здесь будет 5 как бы сайтов. Вот ваша ссылочка, куда вы сохраняли, будет работать тоже, как бы, да, обмен визитами появится здесь. Люди будут просматривать вашу рекламу. Очень интересно, правильно? И без вложений. Вы смотрите, сколько вы, вот, насмотрели вы 10 визитов, столько, ну, один к одному, столько же и вашу рекламку просмотрят. Вот. Так, далее. Зарабатывать еще, да? Так, тизер на своем сайте можно, если у вас есть свой сайт. Так, далее. На своем сайте. Ну и ВКонтакте. Там клики делать. Я тоже ВКонтакт не лезу. Ну и рекламировать, как в буксе. Контекстная реклама. Вот, нажимаете «Добавить рекламу». И здесь очень-очень все подробно расписано. Я очень часто пользуюсь в буксах. Как бы не пополняю и рекламирую. Значит, баннерная реклама. Посещение. Вот. Задание, так. Так, задание, да. Если вы как бы сами можете добавить задание сюда, и люди будут выполнять. Тизерная реклама. Далее реклама на ссылках. Так. Ну и ВКонтакте я уже так. И еще здесь есть, ну, обмен визитами я вам уже говорила. Здесь будут мои сайты. Добавить сайт можно. Далее и есть еще биржа визитов. Здесь вы можете свои визиты продать. Или наоборот купить. Вот. Ну, здесь мои веб-страницы можете добавить. Вот, добавить сайт. Общение. Это форум.
Здесь можете общаться. Вот здесь написано, по какому поводу, да? Вот. Далее, ну и поддержка. Если у вас возникнут какие-нибудь вопросы, имя, имейл, сообщение отправить. Вот такой вот у меня сайт без вложений. Я думаю, здесь можно хорошо и свои проекты продвинуть, ну и заработать. Вот. Так, основной счет рекламный. Ну, это кто будет пополнять. Визиты, тизер. Вот. Ну, личный кабинет, выход. Кому интересно, пользуйтесь. Ну, неинтересно, проходите мимо. На этом все. Вывод, как будет у меня что выводить, естественно, я буду проверять его. Вот. Ну, всем удачи, больших заработков. До новых встреч.